Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 407. И нам нужно начертить окружность данного диаметра и провести радиус и записать, какова его длина. И пункт А. Чтобы провести окружность данного диаметра, нам сначала нужно найти радиус. Радиус вдвое меньше, чем диаметр. То есть, чтобы найти радиус, нужно диаметр разделить на 2. Получаем, что в пункте А радиус у нас будет равняться 4 разделить на 2 или 2 сантиметра. И таким радиусом нам нужно начертить окружность. Получили окружность радиусом 2 сантиметра или диаметром 4 сантиметра. И давайте проведем радиус. Радиус – это отрезок, который соединяет центр окружности и какую-либо точку на окружности. И, кстати, напоминаю, чтобы начертить окружность данного радиуса, нужно взять циркуль и расставить ножки циркуля на такое расстояние, каково длину имеет у нас радиус. То есть в данном случае на расстоянии 2 сантиметра нужно было расставить ножки циркуля и начертить окружность. Пункт Б. Диаметр у нас равен 6 сантиметрам. Поэтому радиус будет равняться диаметр пополам, или 6, деленное на 2, равняется 3 сантиметрам. Получили окружность данного диаметра или радиуса. Давайте проведем радиус, соединим точку О и какую-нибудь точку на окружности. Далее пункт В. Диаметр у нас равен 9 сантиметрам. Тогда радиус будет равняться 9, деленное на 2. 9 на 2 не делится, но если мы разделим все-таки с остатком, то получаем, или переведем в десятичную дробь просто. 9 на 2 делим, берем по 4, получаем 8. 9 минус 8, 1, добавим запятую. После любого натурального числа можно добавить запятую и дописать, сколько угодно нулей. Этот 0 снесем. Так как запятую мы, то есть 0 сносили мы уже после запятой, запятую поставили. И в частном, и берем по 5, 10, 10 минус 10, 0. То есть разделили, получили десятичную дробь 4,5 сантиметра. У нас будет радиус. Или если перевести в сантиметры и миллиметры, то это будет 4 сантиметра и еще 5 миллиметров. И данным радиусом чертим окружность. И начертим здесь радиус. И последний пункт, пункт Г, диаметр у нас 10 сантиметров. Тогда радиус равен диаметр, деленное на 2, или радиус равен 5 сантиметрам. Чертим окружность данного радиуса, то есть расставляем ножки циркуля на расстоянии друг от друга, равном 5 сантиметров. И получили такую достаточно большую окружность, и проведем радиус. И выполнили задание 407, но если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.